Здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить ходячих. Да, в прошлой серии вы вначале кое-что узнали. Да, то, что меня расстроило в Телеграме. Ну, первый, кто узнал, это в Телеграме, конечно, ребята, да. Те, кто подписан, а так что, если ты не подписан, вот тут вот ссылочку уже, да, в описании. Вот на экранчике тоже уже все есть. Да. Я тебе говорю, там, ну, ты первый будешь узнавать, а вот Сёма. Так, мы остановились на том, что узнали. Короче, узнали то, что какой-то хер, короче, общается с Клементиной. Не знаем, кто он. И мы приехали в Саванну как раз-таки уже. Срезали цистерну, там было очень много ходячих, это было такое себе. Вот, в этой серии посмотрим, что будет, поэтому усаживайтесь поудобнее. Прямо на посетил кош, прямо на чай пейте, кофе пейте. Просто кто пьет воду, приятного питья. Усаживайтесь поудобнее, надевайте пледик обязательно. Всем приятного просмотра. Приятного аппетита. Еще раз. А мы начинаем. О, привет! I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. If y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? You're his dad. You gotta do this. Это очень грустно. Just put an end to it, man. We should go our own way when we get there. The crew is falling apart. You and I are stronger alone. I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! You son of a... Ah! Shit! Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Who the fuck? Y'all might want to rethink your plans. Это жесткая хуйня, ребят. Я буду адаптироваться под ваши действия. Сестра будет развиваться так, как решите вы. Ходячие мертвецы. А ну-ка. Так, за каждым углом, эпизод четвертый. Ох, ебать, что-то мы прям херово. Бля, с лопатой идет, ебана. Можно ее подержать? Не сейчас, Клементина. Давай попозже. Ладно. Как Амид? Его нога плохо сильно. Я в порядке. Нет, ты не в порядке. Тебе нужно отдохнуть. Кенни, далеко еще до реки? Еще пару кварталов. И там будут лодки? Я очень на это надеюсь. Там будут лодки? Должны быть. Должны быть. Все будет хорошо. Кенни знает, что делает. Какого хрена? Может, это город не совсем мертв? Идем дальше. В этом колоколе никто не звонит. Вам на кнопочке по таймеру. Какой еще сорван колокол будет звонить в 13:20? Кто-то был. Ты уверен? Я ничего не видел. Эй, там! Что потише? Ты ведь... Два месяца я покинул улицу сейчас же. Я думал, ты сказал, что эта штука не работает. Thank you.
is this? Кто это? Is that you up in the bell tower? Ясно. Спасибо за ответ, Чел. Это было предупреждение. Не спрашивай, по ком звонит колокол. Что ты несешь? Ибо звонит он по тебе. Ох, ебать. Бежим! Бля, сови! Ух, ебать! Чуть не убили. Нет, Бен, помоги! Ты чё, охуел? Зёс ебался, вот, блядь. Ёбаный, блядь, уёбок. Смотри, папа деля, блядь. Опа. А им работает. Блядь, не понял, нахуй. На, ёпта. Иди отсюда, потом отогоню. Ты видел? Не, ну ты видел? Впереди. Но это не все. Когда вы издеваетесь? Иди-ка, бичок. Что там, бедем, даже кончено. Ну выходи, я же. Со мной все будет в порядке. Пойдите. Ебать их там, да? Жестко. Я займусь дверью. Ты в порядке? Он тебе открылся рано, идет кровь. Черт, может пойти заражение. Нам нужно лично донести его внутрь, по-моему, рано. Кенни, как дела, Зелли? Я работаю над этим, работаю. Ну так, действуй побыстрее. Я пробую здесь побыстрее, что внутрь. Такс, let's go, давай искать сразу. Похоже, здесь кто-то у кого-то прохранили. Собачья будка. Гараж. О! Сюда ее, блядь, залутаем. Ну, подник до него отличный. Понятное дело, мужик. Чё там? Как зайти? Уже нажать способ? Дверь держит запрета. Я надо достаточно мощный, чтобы не выбить ее без шума. Может, здесь есть выход, вход получше. Но если есть, то я его не вижу. Да, может, вдруг кто-нибудь еще остался? Нет. Мы бы уже бы слышали от нее, что за грохот мы тут устроили. Но бы здесь раньше не обитал. Я хорошо укрепили это место. Хорошее место, чтобы укрыться, если мы выясним, как туда попасть. Ты как держишься, блядь? Не, я ценю твое участие, но я не думаю разговора об этом. Чувствую сейчас, как помог нам проникнуть в дом. Можете, если посмотреться, посмотри, что можешь найти. Это что за панель? Я уже проверил, она тоже заперта. Who the hell ever heard of a locked dog? Вообще такой слышал, чтобы собачья что-то. My neighborhood went just like that. Слушай, у нас всегда была такая же. Она на уровне управления. Собаки на один ошейник щипом и две открываются, когда собак подходит к ней. Well, shit. Вот хрень. Здесь живи, веку честь. All right. Хорошо, но
Где же собака? Не-не-не-не-не-не-не, мужик. После сначала с девочкой поговорим. Как думаешь, мертвые люди видели, как учатся, да? Они нас найдут? Нет, они нас не видели. Мы были намного быстрее их. Я все еще их слышу. Такое впечатление, что они подходят ближе. Это всего лишь твое воображение. Я буду сейчас смотреть. Все бесплатно, когда мы пойдем внутрь. А ну-ка. Как он? Я в порядке. Ты не в порядке. У тебя открылась рана, ты истекаешь кровью. Бог знает, что туда могло попасть. Может, инфекция. А может... Не обижайся, но тебе действительно нужно поработать над своей врачебной этикой. Крис права. Выглядит весьма скверно. И туда же. Говорю тебе, это просто... А, боже. Хватит строить себя крутого парня, Мит. Черт, я бы плакал как ребенок, если бы моя нога так вылетела. Пожалуйста, нужно идти внутрь. Не беспокойся, я займусь этим. Ой, блядь, ну let's go. Блядь, серьезно. Пусто. Это было бы слишком просто. Эй, осторожнее, выкупленные мертвецы уже не такие, как раньше. Ну ты понял, в чем я? Да, я понял. Что там похоронен? Ну кто, Крэм, не пойти с Кристисом именем, ладно? Но я хочу. Если дело, как я говорю, ладно? Обижена, ну, извини. Такое только мужчина должны видеть. Боже мой, запах. Я не могу его снять. Ладно, это уже не круто. Ты в порядке? Я в порядке, солнышко. Это просто от запаха. Ты точно? Я же сказал, с вами все в порядке, а ладно? Фу. Так, ну что, пошли проверять? Ну, попробуем. Yes! God damn! Ты там что-нибудь видишь? No. Нет. Похоже, там пусто. Чего не смогу делать, делай это быстрее. Okay, ладно, ладно, давай посмотрим, смогу ли я пролезть туда. Вот ты же, блядь. Я плохо, не могу пролезть. Да, я попробую, думаю, я смогу. На-на. Куда? Клим! Ты в порядке? Скажи что-нибудь. Та-дам! Больше так никогда не делай. Я всего лишь хотел помочь. Неважно, это было опасно и глупо. Ты не знал, что там могло оказаться. Можем просто разговаривать ее. Мне начинает раскрывать нога. Looks okay from here. Все нормально. Заходите внутрь. Не расковато, ты не так считаешь? Считаю, что так резко, я считаю, как-то так. Мискликнул нечаянно, ребят. Ладно, сейчас поговорим с девочкой. Все будет холосо. Холосо все будет. No, it's okay. Нет, все хорошо. Я в порядке. Мне стало лучше, когда я прилег. Спасибо, крошка. Thanks, babe. So, when were you gonna tell us about the radio?
Значит, что? That it's working. Что она работает. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was going to tell you. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Супер. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever was out there ringing that bell, bringing the dead down on top of us. Как будто они не хотят, чтобы мы добрались до реки. What makes you think it's not the same person? Ты думаешь, что это не один и тот же человек? Человек с рацией был на той улице, а как парни на колокольном, мы никого не видели. Потому что это не имеет смысла. Зачем привлекать к нам ходячих, а потом предупреждать нас об этом? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. At least the dead don't play games with you. Whoever it was. Кто бы это ни были, они следят за нами. Я не люблю, когда за мной следят. All the more reason to get on the damn boat. Лодки, на воде, если нами не смогут следить. Сейчас я туда возвращаться не собираюсь. А мне тут нужен отдых. Я согласен с Кенни. Когда снаружи все утихнет, мы все вместе пойдем за лодкой. Идет. Suit yourselves. Дело как хочешь, я не буду сидеть и ждать, пока кто-то другой заберет лодки. Они наш билет отсюда. That's our ticket out of here. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that for sure. We need to check the whole house. All right, fine. You and me will take the upstairs. Хорошо, мы с тобой посмотрим, если дошли. Ты сможешь это проверить каждую комнату, ясно? Ясно. Хорошо. Сэр. Пиздец, блядь. Наверное, тебе не нужна моя помощь, да? Эй, извини, я сорвался на тебя, знаешь, это только потому, что я хочу, чтобы ты была в безопасности. Слушай, я смотрю дом, просто побудь с Кристи Амидом, хорошо? Окей. Хорошо. Ну, это хорошо, что он чувствует себя лучше, знаешь. Так, let's go, позырим. Опа! Нихуя. Ну, понятно, блядь, как всегда, ебать. О, сюда. Не соголден, поэтому нужно кончить смотреть этаж. Ну, блять, понятно. Nothing. Ничего, вода отключена. Такое себе. Блять, можно эту хуйню убрать? Если это да нет. No power. Понятно. Мой пес, Уолтер. Грустная хуйня, честно. Так. Здесь все обчистили. Да, мужик, все обчистили, блядь. Давай, выходи, речь, ёпты. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, пошел. Дромазня уже давно не работает. Должно быть. Looks expensive and heavy. А он дорогой и тяжелый. Знаю, что мародеры смогли бы вытащить такую эту штуку. Не, это не нахуй. Так. Not exactly. Это мой стиль. Здесь никого. Let's go в следующую комнату. Может, там кто-то есть? А ну-ка. Let's go. Тоже никого. Вообще шкаф. Охуеть. Здесь все чисто. Осталось пройти только одну комнату. Да, осталось пройти одну комнату. Пошли сразу проверим. Так, чтобы наверняка, да, чтобы вот быть спокойным уже и ходить, чилить. Опа. Господи.
Что случилось? Ничего. Просто ничего. Ну, здесь мало что осталось. Можем здесь остаться, по крайней мере, пока они не уйдут. Хорошо, спасибо. Мы в порядке? Пока что да, но я очень боюсь, что рана может быть заражена. Ты ведь не нажил здесь медикаментов? Нет, только собачий корм. Я как раз спрашивал Клементину, знает ли она, кто тот человек с рацией. Все хорошо, милая, можешь нам рассказать? Кто он? Чего он хочет? Подскажи нам, Клем, все хорошо, у тебя не будет неприятностей. Он просто друг. Не думаю, что он хочет навредить нам. Что он тебе говорил? И что ты говорил ему? Я сказал ему, что пытаюсь найти своих родителей, что они в саванне. Он показался милым, думаю, он хочет помочь мне найти их. Клементина, мило. Поверь мне, он хочет не этого, он... Ли? Ли, тебе надо понять сейчас же. В чем дело? В Кене. В Кене. Кенни. Кенни сказал, что слышал, что наверху. Что-то наверху и пошел посмотреть. Он там. Я не могу заставить его спуститься вниз. Оставайся здесь. Кенни. Кенни, ты в порядке? Господи, что это? О, Господи. Похоже на Дага, правда? Это всего лишь мальчик. Что с ним случилось? Он с ним худой. Наверное, он прятался здесь и умер с голоду. Господи Иисус. Не знаю, смогу ли я ли. Только не опять. Я не могу просить тебя делать это снова. Я бы забочусь об этом. Ты уверен? Ну, сейчас мы это узнаем. Здесь, наверное, он спал. Пустая, вдобавок голода у него еще и не было воды. Черт. У него кончился, да, почти как у нас. Но она все еще может кончиться. Какая ужасная жизнь. Какая жизнь, смотрите. Ужасно. Это жесткая хуйня. Бедный малыш, наверное, прятался здесь, пока не умер долго. Это могла бы идти Клементина, если бы я ее тогда не нашел. Нужно похоронить его. Я бы заботился об этом. Бля, честно, очень грустная хуйня, очень жесткая. Фу, бля. Очень-очень жесткая хуйня.
Бля, это очень-очень грустная хуйня. Ебать, ты шо, дурак? Эй! Держись подальше, понял меня? Ли, что происходит? Подстрелил забора, следил за нами. Ходячий. Нет, он был слишком быстро для ходячего. Когда я его заметил, его и след пропал. Лучше на женщину не успел разглядеть. Какое это имеет значение? Может, это был парень, который следит за нами? Человек с рацией? Скорее всего. Кимми? Я в порядке. Что все ruckus? Ли saw someone watching us from outside the gate. Увидел кого-то у ворот. Что? Кто? Я не верю, но он бежал, потому что я успел разглядеть. Мне не нравится, совсем не нравится. Мне тоже. Ходячий — это одно, но когда за нами кто-то следит... Ну все, мы здесь уже слишком долго. Пора вернуться к маршруту, добраться до реки и найти лодку. Не знаю, сможем ли... I'm with Kenny. As well as Kenny. Думайте, что это будет сделано. Мне нужно, чтобы ты приедешь с Кристианом. Помоги им. Но ты ведь говорил, что я всегда должна быть с тобой. Я знаю, это всего на один раз. Но нам всем нужно рисковать ради группы. Не волнуйся, я вернусь с глазом, не волнуешь. Ладно. Ладно. Скоро стемнеет, пойду собирать. Пойдем, Клем. Посмотрим. Что нужно Амиду? То есть ты просто прячешься здесь? Но мне было, что ты останешься. Я могу не видеть на это. А что, абуза? Отлично, просто замечательно. Спасибо за доверие. Доверие нужно зарабатывать, Бен. А после того, что ты сделал, тебе доверия у меня мало. Понимаешь? You feel me? Yeah. Да, я понял. Что ты, блядь, злой нахуй? Взял съебался от девочки. Вообще, блядь, что это такое, блядь? Пиздец, блядь. Как так можно?
Что это за надпись вообще? Можешь поговорить об этом? О чем? О том, что произошло там, на чердаке. Нет. Ты верно? Река впереди. Не бегай с нами. Это же нам ловушка. Нет, послушай, это не тот же колокол, что и раньше. Это дальше. Что бы то ни было, храни ходячие. Ходячие вернут двинуться туда. Что там вообще происходит? Не знаю точно, но может кто-то звонит, пока заказывает нам услугу. Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my God. Вот такая, блядь, идея была с лодками пойти. Просто классная, блядь. Ты уверен насчет этого? Как по мне, не очень на это похоже. Может, пора подумать по плану Б. Это и есть план, Ли. Это наш лучший, единственный наш шанс. Ты сам сказал еще в доме. Ты согласился со мной? Да, но прежде чем мы. Это может вполне плавучий. Но если ты прав, я сказал, возможно. Отъебись уже, я, блин, рыболов, а не чудо-строитель. Я проверю, ты посмотри берега, может быть, есть еще что-то на другой стороне. Ясно. Так, ну шо, keep out. Отсюда же манер. Ебать-то, что нахуй? Шо это, блядь, за хуйня? Stay out. Блядь, это что за хуета? Пиздец. Отлично, нужен чистяк, чтобы посмотреть. Какого хуя? Знаешь, что должно значить? Что-то вроде предупреждения? Кто вообще мог такое створить? Ну нахуй, пошли. Опа. Что это за знаки? Для чего эти отметки? Они везде. И не говори, что тебе не показалось. Вот не говори, что тебе не показалось. Опа. Здравствуй, красавец. Пусто, да, это было бы слишком просто. Ой, бля. Пошли, ебачо. Идеально, выкачали шины, сняли, двигатель разобрали. Кажется, ее просто подсушили. Закрыт. Бля, мужик, я тебя умоляю, на.
так вот надо, вот так вот, блядь. Так, ну что, let's go, посмотрим в телескоп. Бля, ну это пизда вообще, это что нахуй? Охуеть, блядь. Fuck! Блядь. What's up with the boat? Что сладкой? It ain't gonna work. Не плывет, корт забит, не жилет. В этой линии плюс. You can't fix it? Нету батареи, короче. What the? Что за, что за хуйня? Сюда, которая хуже смерти. No sign of any boats down there. Нет следа лодок. Nothing but water. Ничего, кроме воды. Not a boat to be seen. А вот тут что было? Где? Вот здесь. Нет. Точно не было. Где еще спрашивать? Нихуя себе. Какого хера? Спрыгни, спрыгнись. Нам кто спрыгнул с дома, с того дома в конфликт. Куда он пошел? Я видел, как он забежал в основном. Может, наш колокольчик? Значит, того, что выяснить. Звучит как план. Ладно, иди посередине улицы, я зайду сбоку прикрою фланг. Мы пойдем тихо и застанем его врасплох. Хотим поговорить с парнем. О, мы поговорим. Какого? Ай, блядь. Я же нажал. Вот выбросила, блядь. Девушка. No! Нет. Клэм? Клэм. Пожалуйста, не делай ему больно. Ты не из Кроуфорда. Кроуфорд? Кроуфорд? Что за хрень ты несешь? Кенни, don't! Кенни, не стой! No, he's with us! Нет, он с нами. Люди, вы кто еще такие? Я первым спросил. Звать Молли. Молли? Я Ли. Это Кенни Клементино. Мы не ищем неприятностей. Привет. Ребята, и правда не искал Фрода, так? Я даже не знаю, что это такое. Все, что из-за этого баррикады. Как это произошло? Ты точно хочешь знать? Когда все скатилось в говно, несколько людей сгруппировались и захватили целый район. Эти ребята всеми средствами пытаются выжить и не пускать мертвяков внутрь. Я стараюсь их избегать. Почему? Скажем так, они не терпят тех, кто не хочет или не может жить по их правилам. Как ты узнала, что мы не одни здесь? Потому что в Кроуде нет детей. Больше нет.
Ты знаешь, что занял по всему городу? Да, это была я. Я знал, и я знал, что она все время следила за нами. Ебал наш мозг. Убери все пальцы моего лица, дедуля, пока я его тебе в жопу не сунул. Я не следил за вами. Я даже не знаю, кто вы такие. Спокойно, Кенни. Голос по рации был мужским, помнишь? Да, но это было или не ты. Но сегодня утром из звона всех этих людей поднялись. Что это все? И чего это прикол, что она так передвигается просто и все? Месси, ты так называешь? Да, знаешь, они похожи на гопников. Поезд с тайком, едят падаль. Да, но умно, с кулаками. Не нужно быть самоумным, чтобы он отмертвил. Куча кого-то пролазбилов. Нам нужно просто быстро двигаться. Ты бежать убежает, пока они не проблизи... Конечно, не проползи обратно. Клем, кого же ты тут делаешь? Как ты выбралась из дома? Мне стало очень плохо. Кристи, блин, поднялась наверх. Не хотела просто сидеть там без дела. Пришла помочь. Сказала мне, не нужна помощь. Правда? Потому что если бы не она, я бы тебе мозги вышибла. Это спорно. Что ты имеешь в виду, не детей? Почему? Нет детей, ни стариков, ни людей с плохими состояниями удара. По сути, нет никого, кто мог бы стать обузой для общества. В Кроуфорде действует правило выживать сильнейшие. Так они выжили, пока весь мир вокруг них скатывался в жопу. Господи Иисус. Ну, все будет лучше, если смотреть с их стороны. Даже группа так не собирается проблемами. Ты же не имеешь в виду, что они, то есть, детей? Нет, детей заставляли уйти вместе с родителями, оставляя их на произвол судьбы. Почему? Как я и говорил, никого не терпят. Кроуфорды избавляются от всех, кто не может помочь нести свою лепту. Они видели это как пустую трату полезных ресурсов и ресурсов. Ты все это знаешь. Все в Саванне знали то, что произошло в Кроуфорде, разносилось словно миф. Только все это казалось правдой. Слушайте, я спрошу еще раз. Вы не из Кроуфорда? То кто вы вообще такие? Что вы тут делаете? Мы пришли искать лодку. Надеюсь, все наши люди отсюда и найти место безопаснее. Ну, дальше с этим. У всех, у кого были лодки, отобрали их, как только люди начали ездить. Все, что осталось, на части разобрал кров. Вообще машина. Должно быть что-то. Если было бы, думаете, я бы тут сидел? Я бы сказал, каждый дюйм этого города его полностью вычислили. Я бы наоборот, блядь. Эй, дебил, не хочешь убавить громкость? Раз уж вы не попадаете ни на одну лодку, я советую вам вернуться туда, куда вы шли, пока не... Отлично, просто отлично. Куда? Нет, пожалуйста, прошу, не посылай. Давай, шевелись. Ой, ну может, спасибо, что бросил. Блять, куда я пошел к ним-то? Come on, Lee,
Давай, Ли, тащи всю жопу туда. Ну, давай, мужик. Не можешь открыть. Я же смотрю, чтобы приподнять. О, блядь! Сраку тебе, ёпта. До свидания. Клементина, ты меня слышишь? Если ты меня слышишь, возвращайся в дом, ладно? Встретимся там. Бля. Ну, ребят, на этом мы, пожалуй, закончим с вами. Остановимся. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Все ссылочки в описании, телеграм-канал на ваших каналах, блять, на ваших экранах. Там все инсайдики, все-все-все. Как вначале я говорил, если хочешь знать первым, что да как, подписывайся. Рекламы никакой там нет, если что. В принципе, все. Спасибо за просмотр еще раз. Лайк, подписка на канал, комментарий по желанию. Все отвечаю, все лайкаю. Такая вот серия получилась. Очень, блять, конечно, жесткая. Очень жесткая. Спасибо за просмотр, ребят. Увидимся в следующих сериях. Давайте.